Привет, привет, привет! Это канал «Письма со всего мира». Опять у нас письмо из Великобритании, которое мы сейчас откроем. И опять пришла марка «Небитая». Очень странно, потому что они иногда так проштамповывают, что ну, марка уже все безвозвратно испорчена. Котик на марке. Помню, кому я отправляла. Единственное, у меня вопрос к тому, что содержимое письма довольно-таки плотное. Нет, я не отправляла вопросник, ничего не отправляла, только фотографию. И сейчас меня терзают, конечно, сомнения, что же там еще. Или просто картонка, хотя на картонку не похоже, либо еще что. Ну, не буду вас томить, сразу вскрою. Так. Главное, чтобы вернулась подписанная фотография. Так, непонятно, непонятно. А, ну да, вот, видите, уже... Так, 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 так. Так, да, это я отправляла. А что за письмо? Ага. Ну да, это, в общем-то... Это рекламное письмо, что Сильвестр извиняется, что не может... Что он тут пишет? Ну, короче, он подписывает фотографии и все оставляет на своего менеджера, чтобы она все поотправляла, надеюсь. Тут реклама. Собственно, если честно, не люблю подобные письма. Полностью. Ну, ладно, не будем на этом заострять внимание, смотрим фотографию. Знаю, что кому-то еще приходило подобное, точнее, ответ от Сильвестра. Я сказала его полное, да? Сильвестр Маккой. На фотографии это кадр из фильма «Хоббит. Нежданное путешествие». Впрочем, он еще был в «Пустоши Смога. Битва пяти воинств». В общем, герой его Радагаст. Такой вот дедок, который там с зайцами, с птичками, своеобразный, живет в лесу и помогает хоббитам. Так, а что он написал? Так, непонятно. А, что вот хотела спросить, кому уже приходил за Сильвестра? Вот такая вот хрень пришла. Просто интересно, либо мне одной такой прислали, либо всем. Ну, ладно. Так, он написал. Вот его подпись. Сильвестр Маккой, это все понятно. Юлия, а вот... Кей, непонятно, что это за слово. Я бы еще предположила, как дела, но я сомневаюсь, что на самом деле он написал, как дела. Нет, мне кажется, это что-то на английском. Кто разобрал, пожалуйста, подскажите мне, что он написал. Можно было несколько фотографий, но я уже, ладно, решила не жадничать, отправила одну. Вот, глянцевую, на обратной ничего нет. Ну, не знаю, как относиться к этому успеху. Мне, конечно, не нравится, когда вот присылают подобные письма. Ну, не я надеюсь, что это он, конечно, подписался. Марка моя, вы видите, с котиком. Так, что-то у меня из рук все валится сегодня. С котиком моя, рекомендую оплатить. В принципе, в Великобританию я сейчас стараюсь марками в основном отправлять, потому что неизвестно, как агентство воспримет, поэтому лучше отправить. Ну, я его больше нигде не видела, кроме Хоббита, а так как я собираю немножко каст Хоббита, собственно, вот и получен результат. Адрес, конечно же, сброшу в описании под видео. Пишите свои, оставляйте комментарии по поводу вот таких писем и по поводу этого актера. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, на мою группу. Пока!